Games Videos Russian, канал, на котором вы найдете обзоры на обновление Brawl Stars, а также крутые захватывающие бои в этой игре. Также недавно на канале появились видео по Motor Depot. Ссылка на этот канал будет в описании. А я перехожу к новому Всем видео. Всем привет, и это новое видео, и сегодня будет очень интересная серия по Motor Depot. Смотри серию до конца без перемотки, и если она тебе понравится, ставь лайк. Что ж, начинаем. В предыдущей части краш-тестов Motor Depot мы разломали все легковые машины, теперь приступаем к грузовым. Сегодня в серии будет где-то 7-8 машин грузовых, именно седельных тягачей. Вот таких вот с прицепом. Первый грузовик это у нас КАЗ или Калхида. Они будут ехать очень тихо, поэтому, как и в предыдущем видео, я буду тот момент, когда я еду до препятствия, буду ускорять. Что ж, поехали. Итак, мы уже подъезжаем. Скорость у Калхиды 80 км в час. И сейчас должен произойти удар. Смотрим. Она снимает 1000 РП. Ну и повреждения у Калхиды незначительные. Ее совсем чуть-чуть вмяло в бамперы. И больше никаких повреждений нет. Так, что ж, берем следующий. Так, ну а дальше у нас идет такой вот длинномер КРАЗ с платформой. Он очень тихий, так что придется ехать долго. Так, что ж, КРАЗ дальше 70 км в час разгоняться не хочет. Ну, мы уже приближаемся к цели. Итак, что же с ним произойдет? А КРАЗу вообще все равно. С ним абсолютно ничего не произошло. Давайте сейчас встанем. Посмотрим, что тут было. Абсолютно все равно. КРАЗику. На ограждение он ехал еле-еле на 70 км в час. И с ним ничего не произошло. Так, ну давайте тогда берем следующий автомобиль. Так, ну а дальше у нас идет КАМАЗ трехосный такой. Я его взял без прицепа, чтобы он ехал быстрее. Прицеп не мешался, у тех машин нельзя было его цеплять в гараже, поэтому они были с прицепами. А сейчас, кроме Урала, пойдут все машины с возможностью отцепить прицеп. Так, наконец-то пошли нормальные машины. Сейчас можем нормально разогнаться. Итак, едем. Тут у нас произошла какая-то авария. Но мы сейчас свою сделаем. Так, едем. На спидометре почти 100 км в час. КАМАЗ быстрее всех грузовиков пока что в этой игре. Итак, что же произойдет? Так, вот это уже куда интереснее, чем с теми машинами. КАМАЗ так растянул текстуру. И как бы вмяло внутрь, тоже возле бампера. Вот это место. И вот так вот повредился КАМАЗ.
Что ж, давайте берем следующий автомобиль. Это будет ЗИЛ. Так, он, как и говорил, сейчас пойдет ЗИЛ. Тоже без прицепа его взял. Он похож больше на такой гоночный со спойлером ЗИЛ. Знаете, как такие были. Так, и скажу, он едет быстрее КамАЗа. И сейчас будет гораздо интереснее. ЗИЛ смог разогнаться до 105 км в час. И сейчас мы на всей скорости влетим в забор бетонный. Так, у ЗИЛа тоже повреждения есть. У него также втянуло морду, так сказать, вовнутрь. Вот так вот это выглядит. Ну, конечно, как я говорю, здесь повреждения не как в BMW Drive, потому что это игра на телефон. Мотор депо. Так, давайте берем следующую машину и едем. Так, а дальше у нас идет такой вот Мазурик, седельный тягач, прям как у меня в коллекции. На него обзор у меня на канале был. В 43-м масштабе у меня такой же автомодус есть. Так, ну что ж, мы едем, уже вечернеет, кстати. Наверное, скоро опять придется перезаходить в игру. Так, ну а вы смотрите видео. Если у ЗИЛа была скорость 105 км в час, то у МАЗа целых 110. Итак, смотрим. Вот у Мазурика гораздо интереснее повреждения с обеих сторон. Он даже назад отъезжать не хочет. Сейчас. Вот. Так вот у него бампер вмяло, а также решетку. Вот с этой стороны вообще прям до самой лестницы. Ну, здесь прям в лестницу вмяло. И вот так вот такие вот повреждения у Мазурика нашего. Так, давайте дальше возьмем Урал, а КамАЗ оставим на самое. А тут у нас будет такой вот Урал-лесовоз. Он будет ехать, наверное, тихо, что для него характерно. Итак, сейчас увидим результат после этого Урала. Я перезайду в игру, потому что уже солнце заходит, а ночью будет плохо все видно. Так, погнали. Урал едет со скоростью 90 км в час, и сейчас произойдет удар. Ну, Урал вообще, как я и предполагал, все равно. Но сейчас перезайду в игру, и будем уже брать КамАЗ и ехать. Так, ну и последний автомобиль на сегодня — это КамАЗ, так сказать, гость его видео. И сейчас мы на нем поедем. Вот произошел мотор депот. Сейчас раннее утро. Итак, наблюдаем. Так, КамАЗ разогнался до 100 км в час быстрее всех. Сегодня был СуперМАЗ. Он разогнался до 110. Итак, что же из этого выйдет? Так, у нас уже второй раз берут штраф 1000 РП. Так, сейчас отъезжаем. И КамАЗ сильнее всех пострадал. У него вмяло всю переднюю часть. И номера, и все. Вот так вот КамАЗу меньше всего повезло сегодня.
Так, давайте, видео набирает 30 лайков, и выходит следующая часть, где уже будут тестироваться тоже грузовые машины, но уже не с полуприцепами, а на типа Газель, УАЗ, Бортенд, Бычок, ну вы все поняли. Что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте лайк, пишите хороший комментарий, чтобы этих серий было больше, подписывайся на мой канал. А чтобы приходили уведомления, когда выходит новое видео, не забывай про колокольчик. Что ж, и всем пока!